нарушение правил, за такое судья может и карточку показать. Игрок получает предупреждение. Заметьте, он даже не спорит с арбитром. Довольно далеко до ворот для прямого удара, но Дэвид Алла будет... Какое исполнение штрафного, а? Великолепный гол. Могучий удар. Да сколько там было до ворот? 20 с лишним метров. Это хоть и убойное, но достаточно серьезное.